через 5 лет был достроен из сибитовский блок. Чем утеплен в реальности? Ну, сибит, цилиндровка, она обычная, да, просто зашпаклеванная была и все, да, то есть здесь снаружи термитом 50-м, да, и просто вот плиткой заклеено все. То есть вот утепление. Ну, изначально дом, наверное, был квадратов, наверное, 137, 140, 150. Сейчас, ну, наверное, плюс квадратов 120-130 еще. Однозначно это было, что это будет тоже электрическое отопление, то есть оно может быть, могла быть разной формы, да. Изначально дом отапливался теплыми полами электрическими, да, и панелями электрическими. То есть потом как бы в пристройке появился электрический пол. То есть сперва в доме использовался, вернее, как бы электрический пол не использовался, но был пленочный пол, да. Не очень мне понравился. Может быть, неправильно его положили, может, не в нем проблема, да, то есть. Ну, а здесь вариант появился еще один, то есть, который я видел, да, то есть сюда рассматривался вариант водяных теплых полов, да, то есть рассматривался вариант котла в эту вот пристройку сейчас, которая возникла. Вариант полов, представляем, в доме. Да. Вопрос денег и другой, это, ну, другой вопрос, да, то есть хотя здесь тоже не выгадаешь, да, то есть есть проблемы или там пользоваться газовым отоплением, еще каким-то отоплением водяным, котлы ставить, да, ставить котел, трубы тянуть, тоже не всегда это. Да, где-то может сэкономиться 1-2-3 тысячи, да, но по факту это же машину с газом надо вызывать, то вызывать, то вызывать. Понятно, что есть вариант, что может отключиться электричество, да, то есть, ну, это в данной ситуации мы живем уже не в дачном поселке, да, в дачном поселке вариант, что здесь отключат. Здесь есть объекты социального, да, обеспечения, там школы, детские сады. Ну, их, если отключают там на 12 часов, то это, ну, такая какая-то совсем чрезвычайная ситуация, да. Ну, для этого есть домик, камин, по крайней мере, какую-то основную зону протапливает, да, то есть. Деревянный был обыкновенный ленточный, да, то есть там цоколя нету как такого в доме принципиально. Да, этот черновой пол, там расстояние между землей было, ну, полметра. А под пристройкой здесь прокопан ленточный фундамент, да, здесь набурены сваи, штук 40, да, то есть залиты сваи, залит ростверк, да, засыпана внутренность ПГСом, да, и потом сделана плита цельная, ну, то есть это такой тоже цельный получил. То есть не ленточный уже, да, такой, самой, когда клался пол, вот заливалась стяжка вот, на пристройку, там под стяжку был заложен термит 50-й тоже здесь. И здесь то, что они убирали, где нету термита, они его тоже прокладывали, да, то есть 50-й термит, ну, практически везде лежит. То есть где-то он под стяжкой лежит, где-то он лежит напрямую под полами.